Решение одной проблемы путем создания другой. Так можно описать ситуацию с каналом, проходящим через село Кокрек Хазавюртовского района. Он был очищен от мусора, но отходы, к сожалению, так и остались неубранными с территории села. Жители муниципалитета полагают, что мусор может вновь попасть в канал, тем самым вызвать новый засор. А собственными силами проводить работы по очистке жители села не в состоянии. Абдулла Алиев продолжит. Долгое время село Кокрек и соседние населенные пункты страдали от нехватки воды. Их водный канал был загрязнен настолько, что для живительной влаги просто не оставалось места. В сентябре прошлого года канал был очищен. Стоит отметить, что за это жители благодарны, но остался нерешенный вопрос с извлеченным из канала мусором. Он так и остался лежать рядом с руслом гидротехнического сооружения. Вот буквально недавно у нас вот эту канаву чистили. После чистки канавы здесь за собой не убрали. Вот такая проблема есть, когда люди выполняют свою работу, за собой обычно люди убираются. Жители села обеспокоены, что неубранный мусор может свалиться обратно в канал, тем самым вновь создав еще большую проблему для всех жителей. Они надеются, что ответственные за канал лица доделают до конца свою работу. Канаву почистили, мы благодарны за эту работу. Вот смотрите, ну частично кое-что-то и осталось. А так мусор, то, что сняли с канавы, бросили и испортили канаву, попортили. Вот смотрите, на территории канавы, вот здесь мусор, везде. Эти же дети наши купаются во время сезона, как вода будет в канаве. И они будут сбрасывать и опять же заполнять. Никто самовывозом не занимается, и населения нет у нас таких техник, чтобы их вывозить и делать. Несомненно, те или иные нерешенные проблемы есть в каждом поселении. Но в этом населенном пункте люди пока еще не теряют надежды, что в скором времени их наболевшие вопросы решатся в кратчайшие сроки. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, село Кокрек, Хасавюртовский район.